лично для вас, чтобы вы поугарали. Ай-яй-яй-яй, первый килл есть, первый килл есть. Первый килл есть. А-а-а! Убили! Твою налево! Выносим одного, ребят! За каждую смерть я буду звать дядю Сережу! Друзья, ну вот вы и дождались! Сегодня я буду за каждую смерть звать дядю Сережу! Ребятки, вы дождались этого ролика, поэтому, пожалуйста, друзья, подпишитесь на канал, поставьте лайкосик, а я буду за каждую смерть звать дядю Сережу. Дядя, тише, еще рано, я еще не умер, отойдите. Друзья, погнали в каточку, с вас лайк, подписка, а мы с дядей Сережей начинаем. Ребятки, я только что запустился в катку. Я надеюсь, что я за всю катку ни разу не умру. Почему? Потому что за каждую смерть я буду звать дядю Сережу. Это просто, ребят, пипец. Мне реально страшновато. Я не хочу получать, вы сами знаете, куда в рот. Не одобряем вообще, ребятки. Такое мы максимально не одобряем. Полетели первый раунд, друзья. Так, ребятки, играем. Играем. Буду очень стараться, ребят, максимально от своего играть. Вы представляете, что будет, как только дядя Сережа придет? Я лично этого, ребятки, не хочу. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайкос. Я рискую для вас. Это видео снимается. Конкретно для вас, чтобы вы поугарали. Ай-яй-яй-яй, первый килл есть, первый килл есть. Первый килл есть. А-а-а! Убили! Твою налево! Он идет! Ребята, к сожалению, нам придется вырезать то, что сейчас тут происходило. Вы сами думаю, понимаете, почему. Это пипец. Это просто, ребят, пипец. Почему у меня батник в белой жиже? За каждую смерть я буду звать дядю Сережу. Пипец. У нас, ребят, у нас тупо всех вынесли. Нет, пожалуйста, нет. Друзья, вижу одного, наконец-таки, первый только засветился. Погнали, попробуем забрать бомбу. Наверное, я сейчас сольюсь. Ой, хорош, хорош. Выносим одного, ребятки. Ай, блин! Фу, ребятки, это пипец, это просто пипец. Почему мой рот весь в белой жиже? Черт, мы 2-2 остались, брат. Забери бомбу, иди на А. Друзья, забираем бомбу, на, отходим. Отлично! Ребятки, поставил. Хорош, затащили! Ребят, хорошо, что я в этом раунде не умер, потому что я вам сейчас кое-что покажу. За каждую смерть я буду звать дядю Сережу. Челик там что-то самоотсос себе какой-то делает. Блин, непонятно что это. Ситуация 4 в 4, ребята. И дядя Сережа смотрит прямо на меня. Одного есть! Два в одного, ребятки, два в одного. Я не умру! Я не умру, дядя Сережа! Хорош! Ух, ребята, он стоит, дядя Сережа. Ну, я не умру, что ты решишь? Ой-ой-ой, вынесли. Ребят, 4-2 иду. 4-2, мы 5-3 остались. И это, по-моему, реально, ребята, сейчас будет. Отходим. Хорошо. Хорошо, друзья, очередной раунд позади. И дядя Сережа уже начинает злиться, ребят. Все, все, я понял, играю. Друзья, он уже рычит на меня. Хочет, чтобы меня поскорее убили. За каждую смерть я буду звать дядю Сережу. И не надо свою руку ко мне тянуть. И не надо тянуть свою руку ко... Три. Аккуратненько. Отлично, ребятки, забираем одного. Я максимально сконцентрирован. Еще только два раза за всю катку я получил в рот, но у меня уже болит мое горло.
Фулпот, ребят, фулпот! Я ставлю, ребят. Ладно! Заебя! Ребят, это пипец. Следующий раунд уже начался. Ай, блин. Ёб твою нафиг. У меня уже какие-то припадки, ребят, начались. Кстати, их 4 человека, друзья, осталось. Дядя Сережа, за каждую смерть я буду звать дядю Сережу. Так, ребятки, бомба. Бомба, хрен пойми, где? О, минус один. Одного, ребят, выношу. Одного выношу, блин, мне страшно. Второго, ребят, выношу. На втором этаже. Дядя Сережа! Стой! Братишка! Давай я тебя выбью сейчас, дорогой, скин на чистый дом, и ты не будешь давать мне в рот! Ребятки, погнали на чистый дом! Как же хорошо, что дядя Сережа согласился, ребятки! Это пипец! Как вы видите, у меня, ребята, на чистый дом 19 тысяч рублей и 15 тысяч голды! Сколько мне много дал этот сайт! Ребятки, поэтому заходим, нажимаем кнопочку «Пополнить», выбираем свою страну, друзья, где вы живете, давайте выберем Россию, думаю, что в России, выбираем карту, и при пополнении, ребятки, вводим промокод, промокод называется «Серж Дядя», друзья, пополняем и получаем, друзья, плюс 20% к пополнению депозита, а также, друзья, заходим в барабан бонусов, вводим мой промокод, опять же, друзья, Серж Дядя, друзья, жмем применить и получаем, ребятки, бесплатный спин. Давайте прокрутим, посмотрим, что нам, друзья, выпадет. Дядя Сережа, смотрите, что нам сейчас выпадет с бесплатного барабана по вашему промокоду. По вашему, 2 бесплатных кита при пополнении 400 рублей. Ну и, конечно же, ребятки, бесплатный кейс «Элита» и «Граффити». Заходим на кейс «Элита», вводим промокод «Серж Ерс» и открываем бесплатный кейс за 29 рублей. Братик, поспеши, активация ограничена. Ссылочка на чистый дом в комментариях и в описании под этим видео. Хорошо, что за эту смерть я не получил в рот, друзья. Надеюсь, вы ввели мой промокод, ребятки, на чистый дом, выбили себе дорогие скины. Поехали дальше играть, друзья. Больше такой, ребят, не прокатит. Но чистый дом дядя Сережа однозначно одобряет. Ай, ай! Ребят, я не знаю, как я живу, 9 хп. Да как он не сдал? Я чуть не захлебнулся. Белые жижи, друзья. Блин, я один остался. Мне нужно спрятаться. Минус один. Ребятки, прямо сейчас поставьте лайки, напишите комментарий, что мне делать. Сейвиться или тащить? Нет. Он идет. Фух. Фу, ребята, есть. Я не получил в рот. Так. Твою мать! Твою мать! Ребята, это пипец. Что происходит? Ребята, раунд начаться не успел. Блин, уже закончился. Я даже кого-то убить успел. И мы, друзья, идем на первом месте. 6 смертей и 5 сдаваний в рот. Всю катка, не уберись. При этом еще нахожусь на первом месте. Я убиваю кого-то с гранаты. Дядя Сережа, я сейчас сам дам тебе тупо в рот! Ну давай, слопай. Все. Отойди от меня.
ребята. На ему на эмоциям поддался и немножечко переборщил. Да, да, бомба! Кра, хорош! Последнего убивайте, ребятки! 8-5, походу, сейчас будет. Последнего выносите. Выносите последнего. У нас имба позиция, ребят. Бомба прямо за нами. Я тебе... А, все, он спринт. Куда ты пошел? Ё-моё, я не хочу умирать. Хорош! У дяди Сережа последний, походу, 2 раунда осталось, ребят. От него что я больше не получу в рот. Неужели я больше не получу в рот? Я не получу. А ты не можешь ходить, потому что я не умер. Ха-ха-ха. Лох, лох, лох. Сиди в домике. Он не может, ребят, ходить, потому что я не умер. А, сидит там, ручки чешет. Ну, плох, ну, плох. Можно было имба смог дать, мне кажется, он сейчас не пригодится. Есть! Минус один, друзья. Есть! Что я творю, ребят? Стараюсь всю катку не умереть при этом иду. На первом месте 17-6, друзья. Дядя Сережечка, против себя тебе в ротик сейчас дам. Я держу в зубы. Ой-ой, ребят. 2-4. Минируйте. Мужики, минируйте. Нубы! Нет, главное не умереть! Главное не умереть! Не умереть! Не умереть! Нет, прошу! Нет! Ай, блин, жесть какая-то. Это, ребят, я рекордсмен по получанию в рот, походу, за день. 6 раз. Потому что так будет неинтересно, если я буду всю катку сидеть на одном месте. Выносим. Остается... Ура! Дядя Сережа!